Спиртное употребляли вы? Нет. Трезвый вы, да? Да. Проходить будете, все сводить? Да. Хотя от молодого человека сильно разило спиртным, тем не менее он продолжал настаивать, что окружающим это только кажется. И вообще гонки по городу, неподчинение требованиям остановиться, все это полицейским также привиделось. Задержанный якобы не понимает, почему сидит в патрульной машине с наручниками на запястьях. Ну, задержали то, что я не остановился, потому что я не видел их. Реально, то, что меня останавливали, но я не видел их. Я видел только мотоциклиста, и то... видел не очень так хорошо. В свою очередь, стражи порядка говорят, что лихой водитель делал все возможное, чтобы оторваться от преследования. Проезжал на красный сигнал светофора, гнал, не обращая внимания на фоторадары. Хотя изначально было понятно, что на машине, тем более отечественной, уйти от скоростных мотоциклов полиции не удастся. Права у вас есть, да? Да, есть. Вы не лишенный? Нет. Машина вам принадлежит? Да. А ехали куда? Домой. С документами у молодого человека в самом деле все в порядке. Машина принадлежит ему, прав он не лишался. За последний год были, конечно, административные нарушения, но все штрафы он своевременно успел оплатить. В итоге, как только инспекторы предложили пройти метасвидетельствование в присутствии понятых, он отказался продувать трубку алкотестера. Стражи порядка оформили протокол за неподчинение, после чего отвезли безбашенного лихача в отдел полиции. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».